Экспертное сообщество Китая высоко оценивает активность Казахстана в вопросе нераспространения ядерного оружия, сохранения мира на планете и повышения доверия между государствами. Таким мнением поделился научный сотрудник Китайской академии современных и международных отношений Сюй Тао. Он особо отметил большой вклад Нурсултана Назарбаева в урегулирование вопроса по ядерной программе Ирана. Астана сейчас проявляет активность в улаживании кризисных ситуаций в Афганистане, Индии и Пакистане. Напомню, что созданная в 2003 году Академия современных и международных отношений – одна из самых авторитетных экспертных организаций в Китае. Она входит в пятерку ведущих мозговых центров Азии. 8月29日, в этом году исполнилось 25 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. По решению ООН, 29 августа является Всемирным днем отказа от ядерного оружия. В свое время Казахстан, отказавшись от атомного арсенала на своей территории, стал примером для всего мира. Сегодня это государство возглавляет антиядерное движение, и экспертное сообщество Китая очень высоко оценивает активную роль Казахстана в сохранении мира на планете.